Итак, мы продолжаем. Прервалась почему-то связь, и мы продолжаем. У нас восьмая мишна второй главы. Восьмая мишна второй главы. Гилель сказал: умножающий мясо умножает гниение, умножающий имущество умножает заботу, умножающий жен умножает колдовство, умножающий рабынь умножает разврат, умножающий рабов умножает что? Грабеж. Умножающий Тору умножает жизнь. И вот тут мы остановились на тем, что как это происходит. Когда мы изучаем Тору, мы присоединяемся к вечности. То есть Бог — это вечность и совершенство. Он с нами поделился Торой, и мы, изучая Тору, мы соединяем свой интеллект с интеллектом Бога, если так можно назвать. Тора — это интеллект Бога. И когда я понимаю, что я — это душа, я — это соединен с Богом, я — это тот, кто изучает Тору, то потом, когда отмирает тело, вот этот «я» остается. В этом как бы смысл изучения Торы. Теперь, но это только написано, видишь, как умножающий жизнь, умножающий Тору умножает жизнь. Дальше. Умножающий Ешива умножает хохма. Теперь, но что такое хохма? Хохма – это понимание, четкое понимание вот этих аксиом Торы. То есть Малбим, вот он разделил, он говорит, хохма – это именно божественная мудрость, которую нельзя догадаться, которая нелогически она объясняется. И это то, что Бог установил как аксиомы, так работает мир. И чтобы эти аксиомы не просто, чтобы они вот их услышал, типа, да, прикольно, интересно, а чтобы их, эти аксиомы, понять по-настоящему, это можно сделать только, если ты садишься и учишься. То есть не услышал на лекции, а ты садишься, учишься, повторяешь. Написано, и узнаешь сегодня, в ядаата йом, вашавата элли вавеха. И ты узнаешь сегодня, и ты, как ляшик, это ты так вернешь, установишь на сердце свое. То есть нужно эти аксиомы Торы, хохму, нужно установить себе в мышление, чтобы они там были как основные такие рычаги, которые влияют вообще на весь процесс. И написано в Мишле, что Катвем аллуах либеха, то есть ты слова Торы должен записать на скрижалях своего сердца, и кашрем альгаргаратеха, и привязать их на горло твое. То есть для того, чтобы действительно какие-то слова Торы вошли в мышление, нужно эти слова Торы, во-первых, видеть, представлять. Это есть такой способ запоминания. В НЛП есть такая система 100% грамотности. Так там, для того, чтобы 100% грамотно писать, ты должен, когда ты хочешь запомнить написание какого-то слова, ты должен закрыть глаза и как бы написать его внутри у себя правильно. И тогда оно внутри в мозге запоминается. И это как раз, я так думаю, что то, что имел в виду Шлома Амелах, царь Соломон в Мишлей, что напиши на скрижалях своего сердца. То есть как будто бы слова должны быть внутри написаны. Ты должен их видеть, эти слова. И кашерем аль гаргаратеха, привяжи на горло свое. То есть ты, когда говоришь, проговариваешь эти слова, то в нервной системе они запоминаются, и эта связь как бы в нервной системе усиливается. Поэтому Балей Мусар, люди, которые именно как ученики Раби Строля Салантера, они брали какой-то посыл из Торы и повторяли его прям каждый день. Вот полчаса они садились и как мантру повторяли, повторяли, повторяли вслух. Иногда месяцами они этот посыл повторяли, пока этот посыл не становился частью внутреннего мира. Это вот такой вот метод, настоящий метод. Изучение Мусара – это не чтение книг, а это именно вот этот метод Раби Строль Салантер когда-то придумал. Хорошо, дальше написано «Марбе ишва марбе хохма», умножающий сидение умножает эту мудрость божественную. «Марбе ица марбе твуна», умножающий совет умножает понимание. Твуна – это есть бина, есть твуна. Все это от слова «ливнот» – строить. Значит, бина, Раш объясняет, бина – это понимающий вещь из вещи. То есть это свойство мышления, которое помогает, глядя или узнавая про какую-то вещь, аналитический анализ, разобрать ее на части, на кирпичи, из которых она состоит. То есть это бина. Что такое твуна? Твуна наоборот. Ты берешь вещь и видишь эту вещь как фрагмент чего-то большего и соединяешь большую картину, из одной вещи ты восстанавливаешь картину. Вот разница между бина и твуна. Это Малбим объяснил, мало кто это знает. Значит, еще раз, все это слово ливнот, строить. Вся реальность состоит из фрагментов.
И бина – это ты берешь кусок реальности и разбираешь его аналитически на фрагменты, понимая, из чего он состоит. Твуна – это ты берешь кусок реальности и видишь его как часть чего-то большего. Это твуна. Это Рэббит точно так же объясняет. Теперь, что нам сказал Илель? Он сказал, марбейца, марбейт твуна. Я хочу что-то понять. Я говорю, смотри, я хочу разобраться, как работает эта штука. Что ты думаешь по этому поводу? Посоветуй мне. Ты мне подаешь свой взгляд. Я посоветуюсь еще с кем-то. Скажи, а как ты видишь эту ситуацию? Вот так. А ты как видишь? Вот так. Я когда с тремя людьми посоветовался, но именно услышал их совет, надо уметь советоваться. То есть нужно спросить его, что он думает. В этот момент у меня появляется как 3D, три разных взгляда на этот кусочек. И я тогда, а я же все это услышал, у меня появляется тогда понимание лучшее. Марбе яйца, марбе твуна. То есть советуясь, я понимаю... Я вырабатываю вот этот способ 3D изучения любого объекта. Дальше. Марбе цдака, марбе шалом. Цдака, значит, есть шалом, это шлемут, это цельность. Это мир, когда все подходит одно к другому, все соединено. Теперь обратный процесс, он это разделение. Когда все разделяется. Разделяется, разделяется. Теперь есть интеграция, когда все стремится к одному, эхад, да, шем эхад, только Бог, он полностью цельный и полностью единый, да, интегрированный. Весь остальной мир, он только или стремится к шлемуту, к этой интеграции, или стремится к разинтеграции. Энтропия. Да, энтропия. Теперь, если я хочу соединения, то я это соединение, кстати, интересно, гематрия числового значения слова эхад равно числовому значению слова аава. 13, и то, любовь. То есть, когда я что-то люблю, я с ним соединяюсь. Когда я что-то ненавижу, я от него отдаляюсь. Теперь, что такое цдака? Цдака это когда я от себя что-то отдаю для помощи другому. То есть, этот процесс, он ведет к соединению. Я вижу, что кому-то чего-то не достает, я ему восполняю его недостачу. Значит, у нас наступает у обоих шлемут. У меня был избыток, у него была недостача, я закрываю его недостачу, мы оба шлемим. У нас полнота, и если этот человек нормальный, у нас аава, мы соединяемся в одно целое. Понятно, да? Да. Марбе цдака, марбе шалом. Кана шемтов, кана лиацмо. Вот тут есть разница. Есть марбе, а есть кана, приобрел. Есть умножает, а есть приобрел. Мне кажется, любовь это что-то идущее от переизбытка, а не от недостатка. Правильно, но если я в него вкладываю любовь, да, в свою любовь, и он ее эту любовь принимает, то у нас есть шлемут, тогда у нас у обоих становится, мы становимся одним целым. А ава это как соединение в одно целое. Любовь это, я люблю кофе, опа, был кофе здесь, стал кофе во мне. Это от недостатка, это другое. Не-не-не, я люблю кофе, я с ним с кофе хочу соединиться. И сейчас мы с ним одно целое с кофе, все отлично. У нас с кофе полное слияние. Слияние с кофе произошло. Это как, если не то, что волк красную шапочку встретил, он говорит, выбирай, говорит, или слияние, или поглощение. То есть любовь это или слияние, или поглощение. Но это тоже любовь. Теперь дальше. Маркана. В чем разница между приобрел и умножаешь? Когда ты умножаешь, ты еще не приобрел. То есть ты пытаешься приобрести, но ты еще, это еще не твое. То есть ты учишь. Кана сделал тиньян. Это оно стало твоим. Ты с ним соединился. И он говорит, что когда ты приобрел доброе имя, то оно останется с тобой навсегда. То есть, когда ты приобретаешь доброе имя, Тов Шем и Шемен Тов, говорит в Мишле тоже царь Соломон, что лучше доброе имя, чем масло, помазание. То есть, доброе имя, оно твое, ты с ним соединился. Но ты, это как бы киньян, то есть, одежда, ее можно потерять, деньги можно потерять. Доброе имя, которое люди знают, что он такой, это уже твое. Значит, это именно ты приобрел для себя, поэтому очень важно, и написано тоже, дальше мы будем учить, перте, вот, тот, кого любят люди, того любит Бог. Значит, получается, что когда люди к тебе хорошо относятся, то это оно, вот это твое, что ты с собой заберешь навсегда. Каналу Диврей Тора, тот, кто приобрел для себя. Это зависит от того общества, в каком я нахожусь, правильно? Потому что я могу находиться в обществе преступников, которые будут... Ну, они не называются люди, тогда это они не люди. То есть, люди это люди, а преступники это они
Хорошо. Канал у Деврей Тора. Приобрел Деврей Тора. До этого была Марбе Тора, умножающий Тору, умножает жизнь. А здесь приобрел уже Деврей Тора. То есть его мышление, он сам стал как Тора. То есть он уже мыслит категориями Торы. То есть он говорит, мое мышление, вот, например, у меня было, я был раньше нерелигиозный, есть я сейчас религиозный. Так я настоящий, я религиозный. То есть то старое мышление, которое у меня было, это не я. Я прекрасно осознаю, что вот это все прошлое, это не я. Это в меня впихнули, воспитали, запрограммировали, напихали мне в голову сказок, фильмов, там, историй. Ну, то есть, это все не я. Оно во мне, но это не я. А кто я? Я это Ицхак Тентусевич. Я люблю Тору, учу Тору. И вот Пиркей Авот это я. Это я. Мишли это я. Каэлет это я. То есть, когда ты канал Еврей Тора, приобрел Еврей Тора, они стали твоим мышлением. Каналу Хаяу Ламаба. Тогда ты купил, приобрел для себя жизнь в грядущем мире. То есть, когда человек умирает, он попадает в мир Торы. И если он был к этому миру, имел отношение, он отлично, он себя чувствует прекрасно. А не имел, это, знаете, есть такое как сравнение, что рай от ада не отличается. И рай и ад – это ешива. Ешива, которая учится. Только когда человек, который не имел к этому отношения, и он приходит в ешиву, и он талмуд целый день на арамейском языке, вообще ничего не понятно. Для него это ад. Тот, кто сидит и учится в ешиве, и он это любит, и он от этого кайфует, для него это рай. Поэтому и рай, и ад – это одно и то же место. Но весь вопрос в том, что человек будет, имеет он к этому отношение или не имеет. Так вот, тот, кто приобрел слова Торы, тот уже приобрел грядущий мир, поэтому вот сейчас мы умножили чуть-чуть Тору, но если вы хотите приобрести Тору, тогда нужно эту мишну выучить наизусть. Вот выучите эту мишну наизусть, прям конкретно, и желательно на иврите. Выучите ее на иврите. Я помню, когда пришел в ешиву, я сверху подписывал каждое слово, я не знал иврит, но я каждое слово подписывал карандашиком и заучивал наизусть мишнайот. Я помню в свое время, вот именно я начинал свое изучение Торы в ешиве, я заучил наизусть, Пиркей Авот, по-моему, 3 или 4 главы я знал наизусть, учил каждый день. И оно где-то внутри во мне живет. Вот сейчас, с Божьей помощью, мы когда этот цикл уроков пройдем, то я это все, надеюсь, тоже восстановить. Поэтому учите наизусть. Тот, кто хочет приобрести Деврей Тора, слова Торы, тот, конечно, должен учить наизусть. Тот, кто хочет просто умножить Тору, умножить жизнь. Уже мы это сделали, молодцы. Поделитесь, давайте жизнь распространять. Делитесь с друзьями, пишите комментарии. Присоединяйтесь к порталу «Ваикра» и «Возвал». И будет у вас все великолепно. То есть мы будем распространять знания. Будем для Бога, мы будем его трансляторами, да, такими. И, естественно, наш Бог нам поможет во всем. Все, удачи, успехов.